между кирпичами, тут базальтовый лист с фольгой. Угловая лампа стоит, и это от печки все входит. Добрый день, подписчики канала Пламя. Я Солдик из Ростова. Я занимаюсь строительством каменной печки, мангалы, тандыры. Я в конце февраля закончил мангал с двойным зубом, с ракетной тягой. Я хочу его проверить и еще поделиться с вами. Олег Михайлович, вам большое спасибо, что нам подсказываете. Спасибо вам большое. Вот такую плиту мы купили. Красиво такое с рисунком. И дверца с стеклом. Тут потом покраситься будет. Под снегом, под дождем. Я зимой делал его. Вот тут угловая лампа стоит. И это от печки все входит. У меня мангал с двойным зубом. Вот видно, как сделано. Вот это как бы все гладко. И здесь то же самое. Тут ребро для шампура. И тут другой стороны тоже. Между кирпичами тут базальтовый лист с фольгой. Вот. Вот такая часа. Он как бы все равно тягивает. Вот. Из-за сильного ветра он не падает, а так все хорошо работает. Как видите, ветер сильный вот. У меня получился сегодня сильный ветер в Ростове. И тут эта беседочка тут. И еще там бассейн, еще беседка. И тут можно шашлык жарить. И плов готовить тут. Сильно ветер как бы вот. У меня как бы ракетная тяга двойным зубом. Сегодня как бы ветер сильно. Он все равно выходит наверх. С трубы выходит дыма. Вот с печки там еще выходит дым. Вот. Я тут светильник устанавливал. Просто тут не был удлинитель, поэтому я его не включил сегодня. Я его попробовал, как бы когда сделал, нормально горит. Вот. Как видите, мангал работает как надо. С двойным зубом, как говорится, ракетная тяга. Еще я вот тут устанавливаю кирпич на этот, на шпильках. Без уголков. Вот, вот, вот такая у меня получился. Вот, даже без дымохода вот так он работает. Ты говоришь, что тут видишь, как бы летит. Тут без дымохода еще. Если еще дымоход был бы. Да? Первый дистрайв.